способ к твоему подарку. Да, тот через сплошные все попал. Меня. Я и так подвинул. Раньше надо было отходить. Видно же, что дорога не ровная. Не ровная. Вот машина выскочит оттуда. Через две сплошные попал. Блин, 80 километров едешь по населенному пункту. Вот за тобой не посмотришь, блин, ты ни хрена не реагируешь. Ну он уже запищал. Он запищал, да. Ну, все, блин, нас зацепили уже. Ну навряд ли. Че навряд ли? Как он запищал, уже нас цепляет. Ну что ты? А ты тут раз тут так проехал. Я тут так не проезжаю. Потому что здесь тикать уже я увидел, что стоит этот самый давно уже. Я же тебе говорю, не гони ты. Какой там населенного пункта никакого нет, зараза, а? Ты долго соображаешь, когда начинает. Мгновенно надо реагировать. Ногу с газа нафиг и все, и тормозить. В зеркало, чтобы сзади никого не было, дальше, и тормозить. Дальше? Конечно, дальше. А здесь крепче, здесь красивее. Еще тут не крепче. А там дальше еще? На следующий? Нет, конечно, на следующий. Зачем нам здесь? О, тут вот